Ой-ой-ой, кто это? Кто это к нам пришел? Кто это к нам пришел? Бубочка, Бубочка. Ой, подружка твоя. Господи, не узнаю тебя. А Буся больше радуется Вовочке. Гензер, стой. Боровой ты пес. Лапы мыть. Чё, не соскучилась? Соскучилась? Ой, по венчике соскучилась, но по Вовочке больше уж. Надеюсь, хочет. А ты кушать хочешь? Не кормят тебя, да, не кормят. Венюша, сейчас лапы тебе помоем и пойдешь. Говорит, можно на голову вам залезть? Вот тут вот. Да, он мяско принес. Наверное, тебе. Вкусное. Ой, вот так вот куча кота. Пойдем, пойдем, пойдем. У меня уже мясо, у меня. Пойдем, пойдем. Пусть они лапы моют. Буся. Да. Не кормят кота. Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем скорее. Пойдем, перекусишь потом. Будешь с Веней обниматься. На голодный-то желудок. Какие гости вообще? Че, не веришь, что у меня мясо? Да у меня, серьезно. Пойдем, пойдем. Пойдем. Скажи, очень хотела есть, так хотела, что аж передумала. Ну, дай ты им помыться спокойно. Ты знаешь же, что сейчас Кракен придет и съест все твое мясо? Да, я тебе говорю. Боже мой, ты голодный леопард или ты неженка-твороженка? Уже давай, бери. Вот, мяско вкусное. Нет, не тебе. Скажи, я голодный леопард. Отдавай. Нет, Веня. Это Буси. У меня для тебя тоже есть мяско. Буся, иди скорее. Я Вене достану ее кусок. Вензу приглашайте в любой дом. Она, конечно же, везде себя как дома чувствует. Никакой излишней скромности. Хоть мороженку поешь. Личико у тебя, конечно. Что за звери? Что за звери? Надо их уговаривать есть свежайшую телятину. Эй, принцесса. Мороженка вкусная. Вкусная. Ну, вкусная. Вот, хотите защититься от леопарда, просто ему кусок телятины предложить, и он от вас сам сбежит. Здравствуйте. Ваши комментарии по поводу навязчивости ваших хозяев. Какие-то вы это? Что? Я тебя заберу у тебя, заберу. А, ты хочешь мороженку кисину? Да, вот добывай ее сама, вон из косточки. Ну, вдвоем уж на пару поедите. Короче, звери есть не хотят. Наглые звери. Кто я там еще говорил, что мы Венечку бедную, несчастную не докармливаем? Ничего ей не достается. Венечка голодом обычно морится. В шкафу сидит. Удобно на кафельном полу. Потом всю хрюлю взял и подтер.
ротвейлер табака. Оп. Оп. Смешная. Проела уже дырочку. Ну и немножко мяска. Полакомиться. Конику такому большому. Скажи, я ж не дурочка. От вкуснятины отказываться. Не то, что ваша кошка избалованная. Наш новый помощник. Красавчик. Опа, опа, опа. Побежали на разборки. Так, звери, вы в курсе, что на кровати здесь... Все, Буся перевозбудилась. На кровати здесь валяться нельзя. Иди сюда. Буся, что... Что это такое? Все, на пол не ногой. Ну, смотрите-ка, такой помощник-то необходим. Венза, что это такое? Что это? Что это такое? Венза вообще пылесосов очень боится. Только не съедай его сразу же. Булочку. Как теперь по полу ходить? Летать только. Начинаю уборку. Спасибо большое. Венза, не ломай. Да ты мой умненький. Смотрите, как разворачивается. Спасите! О, смотри, как путался. Нитки не самое страшное, что его подкарауливает в этом доме. Ой, вован спрятался, да? Скажи, вы почему такие странные? Ой, какой молодец. Смотри, как он препятствия обходит. Лапусечка. А Венза контролер вообще. Собака, блин, надзирателя. Ой-ой-ой, распутывайся, распутывайся, мой хороший. Распутывайся скорее. Давай. Нитки эти, надо их отрезать. Молодец. И ты, Венчика, молодец. А Бусечка? Труселюсечка. Булочка. Он съедает твою шерсть. Скажи, привезли меня в город страшный. Роботов поназаводили. Давай, давай, иди, иди посмотри. Что это такое? Скажи, вроде не страшный. Вроде что-то там пыхтит, корячится. Ну, пошипеть-то, конечно, надо. Опа, препятствие, препятствие. Опа, создаем препятствие. Усложняем работу пылесосу. Опа, препятствие. И здесь... Кто быстрее замучит пылесос? Звери или мы? У Булки аж хвост трубой. Бубочка. Посмотри на такую ашку. Охотничья. Булка, твоя антенна вообще, да? Перевозбуждений. Супер заряд. Ты как манчкин какой-то, лапки коротенькие. Ой, пылесос выгнал Венечку на балкон. Мне нравится, какой он чувствительный. Такой ему ставишь пальчик, он такой раз сразу отходит. Венза, ну не надо его.
Классно. Теперь не нужно каждый день вообще эту бандуру заряжать. Пылесос обычный. Помощничек какой теперь у нас есть. Все. Кошечку приотпустила немножечко. Видите, антенна спала. Поняла, что вроде бы леопардов он не засасывает. Но хотя, конечно, не до конца еще. Ой, Буся, он скоро до тебя дойдет. Кыньк. Прикольный. Вот веселье вообще. И тихонечко так работает. Он еще и полы, говорят, мыть умеет. Но это потом проверим. Ой-ой-ой, аж будто лапу засосал, показалось. Лушечка. Спускайся. Скажи, а куда Веня делась? Может, там уже внутри? Ну-ка, ягуара нашего не засосет? Ягуара засосал! Ой, подкрадывается к тебе все ближе и ближе. Да, наверное, он все-таки кушает леопардов. Булочка, аккуратней будь. Страшный человек, иди отсюда. О, уже Вен заставила свой след. Или это я? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подкрадывается, подкрадывается. Спасите, помогите. Ой, кажется, что лапу да засасывает. От одного вида страшно. Усы расфуфырило. Булочка, ты такая смелая. Интересно, что с ним будет, если их в одном доме на день оставить. Скажу, посмотрела и хватит. Ой, залез под диван. Ой, говорит, хочу под диван. Какой? Какой молодец. Няша, ну ты такая вообще прям кошка-кошка. Представляю, если тебе сейчас огурец еще подложить. Потолок пробьешь нам. Вене уже надоело, она уже ищет, что бы сгрызть можно было. Все, две королевишны уселись, заняли лучшие места. Да проходи, не бойся. Даже, ага, как выпрыгнет. За угла. Робот, ты что такой страшный? Напугал всех леопардов, блин, в округе. И ротвейлеров на диван загнал. Да не скажу, Венечка, на диване просто классно лежать. Что он там назасасывал? Ого! Это он по чистому полу ходил, собирал. Капец. Или кто-то там очень плохо пылесосил. Или фиг ты обычным пылесосом выпылесосишь.
Ну, точнее, не обычным, а, видимо, еще и сзади налетает пыль. Кошмар. Слушайте, необходимый друг вообще для всех, у кого есть животные и дети, и сами вы живете. Помещение классно, всегда мечтала о роботе-пылесосе. Все, кстати, ссылочку на этот пылесос, на другие модели и вообще на всю технику мы оставим в описании к этому видео. Пум-пум-пум, там внизу, смотрите. Классно, я довольна. Венза довольна, что ее на диван положили и телятинкой покормили. Луша ушла. Спасибо за просмотр. Было весело.